Лектор, преподаватель должен чувствовать себя выше. Он должен гордиться тем, что у него есть что-то, что он особенный, большой, что он действительно показывает себя, показывает свою силу ученикам, потому что они должны чувствовать, что он выше. Они должны восхищаться тем, что он рассказывает, что он прямо сам там находится в этом Эйн-Софе. Им это нужно, иначе они не смогут ничего получить. Они должны его ценить. Это же не какие-то хасиды, которые получили соответствующее воспитание. Это не какие-то прекраснодушные, которые вообще хоть кого-то уважают или там, я не знаю, почитают. Поэтому ему нужно играть. Ему нужно играть в собственную важность, да. Для того, чтобы дать им возможность получать от него, только меньше может получать от большего. И в той мере, в которой они продвигаются и начинают больше вникать в материал, слышать, что это такое, и впечатляться материалом, идеей, а потом приходить в какое-то соприкосновение с высшей силой, у них подъем и падение, я не знаю, что там происходит. В этой мере он может начинать в их глазах опускаться и не быть таким большим. Пусть материал и Творец будет великим, и пусть они начинают его ценить за то, что он находится с ними на одном пути уже.